Всем привет, с вами SafePro, и сегодня я покажу вам, как создать большой портал в Minecraft Pocket Edition 0.12.1. Вот у меня уже построен большой портал, вот так он будет выглядеть, но мы можем сделать его еще больше. Но для этого нам понадобится... Вот давайте его сломаю, чтобы он нам не мешал. Для этого нам понадобится обсидиан и, конечно, зажигалка. Начинаем давайте строить рядом с этим порталом. Так, потом я это уберу. Так. Так, мы можем сделать выше. Вот. Вот так, допустим. Можем сделать больше в длину. Длиннее, чем наш тот. Так. Так, я маленько им туда поставил. Так, ну-ка, ломаюсь. Ну, ладно. Так, вот, все, сломал. Идем дальше. Ну, вот так, наверное. Хватит. Но если вы сделаете длиннее, то он все равно будет работать. Просто зачем нам длиннее? Я просто вам хотел показать. Так, теперь мы соединяем. Вы увидите, что этот портал в 2-3 раза больше того. Так, вот сейчас все. Так, вот остался последний штрих. Это вот у меня зажигалка. Зажечь этот портал. Все. Наш портал готов, и он в несколько раз больше нашего. Ну вот на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.